Министерство земельных и имущественных отношений республики готовит базу для создания республиканской коммунальной компании и крупного агрохолдинга. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на материалы ведомства. Создание республиканской коммунальной компании планируется уже в первом полугодии. Предполагается, что муниципалитеты передадут ее дочерним обществам объекты коммунальной инфраструктуры, которые на сегодняшний день находятся в ведении неэффективных организаций. Агрохолдинг создадут на базе одного из финансово-устойчивых сельхозпредприятий. Скорее всего, это будет совхоз Рощинский либо Алексеевский. До конца июня в Минземимущество планируют утвердить концепцию агрохолдинга. Прогнозные сроки его регистрации